Слушайте, ребята, хотел одну деталь показать, если не вдаваться вот в массу технических ништяков. Посмотрите, как сделали китайцы, да, вот эту вот хромированную накладку сбоку. Обычно вот у корейцев, японцев она идет на двери. И потом, когда вы покупаете вот ветровик, то она идет сверху на накладку. Вот так у меня на старом Спортейдже было. Либо вы покупаете с такой полосой тоже, но все равно видно и получается беспонтово. А здесь она сделана, да? Смотрите. Так, сейчас откроем. Так, вот открылась. Она сделана по кузову. То есть, когда вы покупаете ветровик, ставите, она не закрывается. Вот такие мелочи, да, говорят о том, что машина на самом деле продумана. Короче говоря, вот это хотел показать.